разница, я не знаю, есть смысл говорить. Ну, понятно, говорить, да? Понятно. Плащаница, собственно, вот вы видите, это большой прямоугольный плат, в центре которого всегда изображение Спасителя во гробе, вокруг предстоящие Богоматерь, Мария Магдалина, жены Мироносицы, Иосиф Аримафейский, Никодим, его ученик, собственно, те, кто участвовали в погребении Спасителя. Плащаница участвует в богослужении, по сути, два дня в году. То есть выносится она для поклонения в Страшную Пятницу во время службы Страшной Пятницы. Затем верующие ей поклоняются. Она находится в храме до Великой Субботы. И после литургии Великой Субботы снова заносится в храм. И уже находится там до следующего богослужебного цикла, да, до следующей Страшной Пятницы. Конечно, по характеру оформления плащаницы были разными. Для обычных простых храмов они были, конечно, поскромнее, но сюжет примерно, везде примерно одинаков, но, может быть, меньше предстоящих. Они могут быть, конечно, значительно проще по, так сказать, своему художественному решению. Тут возможны варианты. Но вот эта, она, конечно, роскошная просто, потому что здесь, во-первых, великолепная живопись по металлу, вот обратите, пожалуйста, внимание. Здесь невероятное по качеству шитье, серебряной и золотой нитью. Кроме того, здесь еще жемчуг, бисер, пайетки. То есть она действительно великолепно исполнена во всех отношениях. Ну, а кроме того, это, конечно, мемориальный предмет и исторический, потому что, как вы уже увидели, там, вероятно, на обратной стороне на шелковой подкладке находится штамп, который, как красивый фигурный штамп, который, надпись на котором свидетельствует о том, что это дар храму Воскресения Христа, Санкт-Петербург, 1907 год, то есть это год освящения храма Воскресения. Так что, видимо, вот к этому событию она и была преподнесена в дар. Какой путь она проделала вот с того момента, когда такого рода предметы исчезли из соборов, а это происходило, как вы понимаете, вот в годы лихолетия, после революции. Какой путь она проделала, мы не знаем. Где она находилась, мы тоже, к сожалению, не знаем. Обнаружена она была в городе Рыбинске. Вот. Вы знаете, это очень сложный и долгий путь, потому что что-то мы находим сами, а что-то мы... В основном у антикваров, потому что мы поддерживаем очень тесные отношения с многими людьми, это такая большая системная работа, и мы всегда определяем круг наших интересов, то есть то, что нам хотелось бы, и то, что для нас важно, а через их руки ведь проходит очень много предметов, и вот когда что-то появляется такое, что имеет отношение к нашему памятнику, нас никогда не забывают, потому что, в общем, мы действительно системную и последовательную эту работу ведем, и поэтому они всегда откликаются. И вот наш коллега, можно сказать, друг уже, антиквар из Углича, обнаружил ее там. Но сначала он... Нет, антиквар из Углича, а увидел он ее в Рыбинске. Вот. Но сначала он просто позвонил сказать, что вот здесь находится уникальный совершенно по уровню исполнения уникальная плащаница. И поскольку у нас в музее такого рода предметов нет сейчас, не хотели бы мы вот ее посмотреть и, может быть, приобрести. Мы, собственно, сказали, что да, нам это интересно, потому что действительно плащаниц у нас нет такого рода, у нас всего пара предметов золотого шитья сохранившихся. Поэтому практически сразу после новогодних праздников мы собрались. Юрий Витальевич у нас медлить не любит. Он сразу же всех взбодрил. И мы вот с несколькими коллегами во главе с директором туда отправились. Вот. И, собственно, уже по дороге, когда мы уже находились в дороге, нам позвонил этот антиквар и совершенно захлебывающимся голосом сообщил, что, да вы знаете, там на шелковой подкладке с обратной стороны штамп. И вот сообщил содержание этого штампа. Ну, мы его уже показывали, но потом, да, вот придет наш коллега Сергей Анатольевич. Я думаю, что мы общими усилиями перевернем, и вы сможете его посмотреть. Вот, в Рыбинске что... где хранилась? Вот она оказалась у антиквара Рыбинского. А каким... Пресс-конференция еще не началась. Вы сейчас все скажете.